13 ноября на повестке собрания ректората КФУ оказалось сразу несколько тем. После награждения сотрудников университета медалями за заслуги в проведении всероссийской переписи населения 2010, ректор КФУ Ильшат Гафуров поднял вопрос о контроле за эффективностью использования нового оборудования. Понятно, что это не только время использования, это уже еще и результаты, которые можно будет оценить по публикации. Но если оборудование стоит в зачехленном виде, то понятно, что необходимости для этого института, для этой кафедры закупать что-то еще будет ставиться под сомнение. Директора института в кратчайшие сроки должны предоставить отчеты об использовании оборудования, закупленного по программе развития. Не требует отлагательств и другое важное событие – закладка первого камня в строительстве новой лаборатории Института геологии. Если мы сейчас фундамент не заложим, я уже об этом говорю, у нас стройка остановится до августа следующего года. Вот и все. Не менее важной для университета является и проблема рейтинга КФУ на мировой арене. Для того, чтобы сделать Казанский федеральный еще более популярным, Марат Сафиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития, предложил целый ряд мер, ссылаясь на основные требования комиссии, определяющих лучшие вузы России и мира. Мы хотим фактически заключить соглашение с теми учебными и научными центрами, рейтинг которых существенно выше нашего. Наша задача фактически в области наших рейтингов, это мы должны в 3 раза увеличить долю иностранных преподавателей, долю иностранных студентов до 10%. Повышение рейтинга Казанского федерального университета положительно отразится на всех показателях, в том числе и на количестве абитуриентов. Приемной кампании 2013 года университет уже начал активно готовиться. В этом году планируется провести массу новых агитационных мероприятий. Особое внимание университет уделит районам. А в казанских школах появятся стенды КФУ и, по возможности, видеореклама. Сейчас для всех выпускников проводится интернет-олимпиада на сайте abiturient.kpfu.ru. Виктория Егорова, Ленардо Влетьяров, специально для Универньюз.